Садитесь. Садитесь. Уважаемые коллеги, я рад представить известного популяризатора математики и в целом образования Алексея Владимировича Собакеева. Основное место работы у него физтех. Нет, Адыгейский госуниверситет, как ни странно. Кавказский мат-центр у нас там. Но физтех — это тоже основное, можно сказать. Только просто, как это, 1 и 1 А. Ну, тема известна. Значит, давайте послушаем. Спасибо, друзья. Простите, что опоздал. Что-то много чего там происходило на той территории в школе. Поздно вышли. Да, это презентер, да? Раз и два. О, так. Ага, и я уже понял, что второй слайд пока надо по секрету. Второй слайд, так как он сразу выпал весь, да, не по кускам, то я его сейчас пока в секрете подержу. Да. Вот, ну вообще изначальная идея была, я хотел сделать математическую лекцию, но Август Карлович попросил, чтобы лучше матэкономическую. Я пошел навстречу. Поэтому сегодня я буду выступать в своей экономической ипостаси. Но математики будет тоже предостаточно, как вы сможете убедиться ближе к концу. Вот. Значит, теория экономических механизмов — это такой раздел, можно сказать, самый центральный раздел сегодняшней экономической теории. И у нас даже с Александром Филатовым, моим другом и коллегой, вышла книга в этом году, которая называется «Занимательная экономика. Теория экономических механизмов от А до Я». И в принципе можно сказать, что это вот такая, как бы это некий набор сюжетов вот, из этой книги, ну и вокруг. То есть я этой теорией занимаюсь профессионально, в принципе, всю жизнь, ну да, так довольно вяло текущим образом, потому что большую часть времени я езжу по городам и просто выступаю с лекциями популярными. Но иногда там я к ней возвращаюсь, то есть это моя как бы профессиональная деятельность. Значит, и первый сейчас будет некий, пролог, что ли, да, пролог. Сюжет, который касается футбола внезапно, футбола. И он состоит в том, как однажды изменили правила игры в футбол, поменяли. И что из этого получилось? Вообще с футбольными правилами время от времени экспериментируют. В частности, знаете, что значит слово офсайд? Знаете, да? То есть зачем правило такое введено? Казалось бы, какая разница, выбегает он один на один, ну как бы оказывается игрок впереди защитников в момент давания паса или не оказывается? Вот почему это правило? Кто понимает почему? Давайте, расскажите. Совершенно верно. Если такого правила нет, если, как в дворовом футболе, я играл только в дворовый футбол в жизни, но много, и я половине случаев стоял на воротах. И, соответственно, вот я там хорошо понимаю, что если все побежали забивать гол, то сейчас прилетит через головы мяч, сюда какой-нибудь быстрый выйдет, будет со мной один на один. Один на один — это уже лотерея такая, с шансами пополам, когда я хорошо очень стоял на воротах. Сейчас уже, наверное, сильно меньше, чем пополам. Вот, то есть это как бы, чтобы этого не происходило, нужно, соответственно, всех оставлять сзади. Ну, хотя бы мы всегда вдвоем, всегда один защитник должен где-то крутиться. Но в профессиональном футболе так будет играть неинтересно. Ну, что одному человеку постоянно караулить? Поэтому придумали, что если получает пас и находится ближе к воротам, чем защитник, вот, ну, в проекции на перпендикулярную ось, то свистит свисток, объявляется офсайд, и игру начинает, значит, это команда, другая команда. И, соответственно, здравствуйте, заходите. И это правило, оно, ну, вроде как повысило зрелищность игры. Дальше, следующее правило. То есть, видите, как все устроено. Мы не смотрим на то, как мы вот изменили правила, и больше ничего не произошло. Мы смотрим, изменили правила, и игроки, которые вовлечены, начинают менять поведение. Вот это ровно о чем теория экономических механизмов, об этом, да, то есть меняем правила, смотрим в новых условиях, как оптимальнее будет вести себя участником этого взаимодействия.
Вот, следующее футбольное правило называется 3 очка за победу. Почему введено было? В каком году, кстати, где-то, я не помню, лет 30 назад, наверное. Но было введено правило, до этого было 2 за победу, потом стало 3. Почему? Потому что победа это ценнее, чем меньше. Да, потому что игра, опять же, становится более зрелищной. Команда стремится победить, потому что просто сыграть туда и обратно по ничейке, сбегать, всегда просто. Но тогда будет по 2 очка, а победа сразу даст 3. Вот. И, соответственно, возникает опять ситуация более такой как бы яркой, напористой игры. Дальше было правило золотого гола. Золотой гол в 96 году, например, на чемпионате Европы. Чехия-Германия, последний матч, финал, был, значит, золотой гол. Немцы забили чехам гол, и на этом дополнительное время закончилось. То есть в основное время ничего не решилось, и было дополнительное время. До первого как бы забитого гола. Сейчас играют по-другому, но там это вопрос, насколько увеличил зрелищность после того, как появилась серия пенальти. Возможно, сама серия пенальти — это такая зрелищность, что она достаточно, да? Вот. То есть на последнем чемпионате, например, вот мои дети, они всегда спрашивали: пап, ну что там, пенальти будут или нет? Вот если будут, то все бросали и шли смотреть пенальти в онлайн-режиме. Ну, на не очень поздних матчах, когда были. Вот. Но вот в один момент футбольная федерация Латинской Америки придумала новое правило, 94 год, правило двойного золотого гола. Это означает следующее, что если основное время матча заканчивается в ничью, то даже на групповой стадии, чтобы было интереснее, да, не ничего и все завершается, а начинается дополнительное время, и в нем вес гола увеличивается вдвое. То есть если вы забиваете гол в дополнительное время, то сразу же заканчивается игра, и этот гол стоит 2 очка. Вот так. То есть была ничья 1-1. Забили гол 3-1, а не 2-1, как если бы вы забили его в основное время. А теперь внимание, что произошло. Матч Барбадос-Гренада. В основное время Барбадос побеждает со счетом 2-1. Но по раскладу это его не устраивает. Ему нужна разница в 2 мяча. Как можно получить надежду на разницу в 2 мяча? Если ты ведешь со счетом 2-1, Гренада сидит всем своим, значит, автобусом в воротах. Все, не пускает. Правильно, надо забить себе, потому что происходит тогда шанс на этот двойной гол. Двойной его выводит. Он не может забить. Все, они встали в ворот. Но если они сделают ничего, у них будет полчаса на двойной гол. Ну а если нет, значит, пиши пропало, как бы в любом случае они вылетают. То есть в случае, если они проигрывают, неважно с каким счетом, в случае, если они выиграют 2-1, это все равно как проиграть. И только разница в 2 мяча. И вот у них не получается несколько минут до конца, и они забивают гол себе в ворота. Но если вы думаете, что этим матч закончился, вы глубоко ошибаетесь. Потому что дальше Гренада, недолго думая, бежит забивать себе. Потому что ее вполне устраивает счет 3-2 в пользу Барбадоса. Но не тут-то было, потому что половина команды Барбадоса стоит в воротах Гренады и защищает их. Почему половина? Потому что другая половина стоит в своих воротах. Если им забьют, тоже плохо. Если Гренада победит, это так же плохо, как если она проиграет с разницей в 1 мяч. Поэтому все оставшееся время на поле происходит полный трэш. А именно, Гренада забивает в любые ворота, Барбадос защищает оба ворота. То есть цель Гренады — забить любой гол в любые ворота, в свои или в чужие. Цель Барбадоса — не допустить забивания гола. Барбадос яростно защищает чужие ворота и свои. И игра переходит во вторую половину, где Барбадос забивает на кураже этот золотой гол. И вместо Гренады выходит в плей-офф. Значит, в результате правило золотого гола навсегда отменяется. Двойного золотого гола заменяется на одинарный. Вот, ну вот это типичный пример, да? То есть вы правила игры строили, чтобы было зрелищно, но вы не учли лазейки, а лазейку нащупали сами игроки. Потому что изначально не просчитано, какие возможны варианты, как именно вы будете играть. А вот можно вот так играть, оказывается.
Вот, значит, это был пролог. Теперь несколько тоже столь же смешных примеров, ну или там около того. Пример 2 называется «Разведение домашних крыс и кобр». Это пример, который тоже был в истории, исторический пример. В одном случае речь идет о колониальном Вьетнаме времен французской, когда это была французская колония. И кажется, это, значит, вот я, если честно, к стыду своему не помню, какой из них касается примерно начала 20 века, какой примерно середины, ну не середины где-то, 40-х там или в конце 30-х годов, но примеры совершенно одинаково выглядели, просто как будто под копирку один другой. То есть в одном случае это Индия, Индия как колония Англии, в другом случае Вьетнам как колония Франции. Развелось много паразитов, значит, во Вьетнаме это были крысы, в Индии эти были кобры. И колониальные власти выпустили такой указ, что за каждого сданного убитого паразита назначается небольшая мелкая денежка местная. Ну и как бы ожидалось, что все начнут при виде паразитов их убивать, и их станет очень мало. А вышло наоборот, потому что все бросили свои дела и начали их дома разводить. Да. Вот. Разродилась крыса 5 крысятами, 3 грохают и сдают за денежку, 2 дальше размножаются. Вот хорошая ферма такая, ферма по разведению. Ну и так вот ферма на всю страну. Разводят, сдают. Вот такая история. Так, теперь дальше. Ну вот если вы думаете, что несуразности могут происходить только в каких-то там богом забытых частях Земли, то ничего подобного. МФТИ. Ой. Так, сейчас. Говорят, этот мел должен писать. А, другой стороной, да? Во. Это Москва, это МКАД. Это МФТИ вот здесь находится. Это улица Первомайская, Долгопрудного. Есть еще у нас Первомайская, там, где я сейчас живу, рядом с ней. Но это Московская, а это Долгопрудная Первомайская. Вот здесь корпуса, здесь общаги, здесь учебные корпуса. Вот это общаги. Это учебные корпуса. До 2011 года был такой каждое утро граф корреспонденций. То есть из каждой общаги куча народу бежала на уроки, вот, пересекая Первомайскую улицу в разных местах. Она была никак не огорожена, никакого перехода не было, ничего не регулировалось. Значит, машины ехали медленно, пропуская в течение своей езды, там за минуту, наверное, человек, может, 10-15 вот, студентов. Ну, просто медленно-медленно ехали, пропуская студентов. Ну, и тут скапливалась пробка примерно на 400 метров. Это не какая-нибудь там магистраль типа Ярославского или Дмитровского шоссе. Эта дорога не очень длинная, она упирается сверху в канал имени Москвы. Поэтому пробка не была какой-то безумно большой. Но она вот была, она, видимо, нервировала местное начальство, и в какой-то момент появился нерегулируемый пешеходный переход прямо вот где стоят все эти, это уже вид, под микроскопом сделаем, да? Вот МФТИ под микроскопом. Вот общаги и граф корреспонденций, вот это, значит, направленный граф корреспонденций сильно изменился. И все дороги теперь стали, ну все или почти все, понятно, что кто-то. Тут заборчик, вот здесь установили заборчик. Честно говоря, заборчик не ахти какой, я его перемахивал в один ход. И, конечно, студенты тоже многие перемахивали. Но, тем не менее, там девушки в юбках точно не перемахивали, их, правда, на физтехе не очень много, но, тем не менее, и некоторые студенты тоже ботанского вида, они не могли перелезть, они все шли сюда. Вот, и переходили переход. Ну и понятно, да, что с 8.45 до 9.15 это просто был сплошной поток студентов. Сплошной, просто все время. Ну и машины жутко, вот бешено гудя, со скоростью 1 км в час, они вот так вот прокладывали дорогу сквозь толпу. Вот так физически, как вот экскаватор сквозь, не знаю, какой-то снегоуборочная машина. Вот так же вот там студентоуборочные машины были. Одна за другой, вот так они, значит, это самое, раздвигали толпу студентов в разные стороны.
пробка увеличилась до залива, то есть до 2 километров. Вот такой вот институт замечательный ввели, новый институт. Ну, в смысле, институт, как правило, игры. Не как учреждение, а как вот, правило игры. Институты, да, экономический институт, общественный институт, есть понятие. Ну вот, то есть переход, он как бы ситуацию ухудшил, строго ухудшил. Вот было так, стало так. Но потом, правда, все улучшилось уже до нормальной ситуации, когда здесь просто поставили светофор. Переход стал регулируемым со светофором. И, в общем, если до этого было вот так, потом стало вот так, потом стало нормально уже. Так, аукционы. Надо рассказать про аукционы. Это очень интересный пример. Где-то в конце 90-х, на рубеже 2000 года, назрела необходимость структурировать частотные диапазоны, ну вообще структурировать, как-то упорядочить деятельность сотовых компаний. То есть сотовая связь уже была где-то, ну, в западных странах 2/3 где-то населения, половина или 2/3 населения в это время были телефоны. У нас уже довольно много было телефонов. Ну, в общем, это уже был момент, когда вот такое беспорядочное, там 15 было мелких компаний, несколько крупных и много-много мелких. И в Англии решили это дело, подвергнуть, так сказать, государственной ревизии. То есть взяли и стали продавать. Был такой аукцион частот. Радиочастот, да, вот частот, спектр, какой-то спектр для работы вот одной компании, какой-то другой, для работы другой. Ну, чтобы не вообще, алло, там, здравствуйте, сквозь телефон. Помните, бывало так вот, там какой-то разговор сквозь телефон идет там. Вот. И чтобы этого не было, соответственно, их как-то вот упорядочили, разъединили, продавали эти частоты. И, ну и, значит, аукцион организовывал Роджер Майерсон, будущий Нобелевский лауреат, на тот момент известный теоретический игровик, автор книги по теории игр. И там, значит, он и Клемперер, еще несколько человек, известных ученых, теоретических игровиков, они организовывали правила игры. Там было как бы и так, что то ли сделать 4 лицензии, то ли 5, то ли 3. А было 4 крупных компаний и очень много более мелких. Ну и вот они думали, если сделать 3, то будет там большая битва между гигантами, но полностью отпадают все мелкие. Если сделать 4, ну как бы слишком большой риск сговора происходит, что 4, как-то они все-таки сговорятся, кто кому что уступит, по каким-нибудь там. Сговор запрещен. Вообще даже телефонные звонки перед такими сделками запрещены, перед такими вот мероприятиями, как аукцион, там просто все проверяется. Но примеры были. Один пример я читал в какой-то статье зарубежной, там как сговор двух фирм был. Они так передавали, что одна ставила, типа, я это куплю за 613 тысяч долларов, допустим, да? А другая там, типа, 700 пишет, а эта пишет 713. Истинная стоимость актива сильно-сильно больше, много-много миллионов. Что это такое, да? Ну вот с какого-то n-ного раза, с 3-го раза, вот эта компания поняла и сдалась, сказала, я пас. Слот ушел за копейки фактически, после чего вот это уступило этой слот номер 13, который очевидным образом оба понимали, что... То есть они боролись за всего 2 слота, остальные были неинтересные. Был слот номер 3 и слот номер 13. За слот номер 3 вот это боролось вот таким образом. Никаких сговоров, ничего нет, да, абсолютно ничего. Видите, всего лишь странные цифры на конце. Ну, потом их засудили, их отправили платить какие-то огромные штрафы. Суд, ну, как бы он просто никаких доказательств не приводил. Он просто сказал, всем очевидно, что это сговор. Ну и все, значит, это сговор. Но, тем не менее, если бы они не действовали настолько нагло, то, наверное, все равно есть миллион способов уйти как бы от ответственности, сделав сговор незаметным. Поэтому условий для сговора лучше не создавать. Предпосылка для сговора есть, все, считайте, что аукцион, ну как бы он пропал. Вот, и, соответственно, решили выпустить 5 лицензий, 5. Мы не знаем, что было бы, если бы выпустили 4 или 3. Мы это не проверяли. Но в результате вот взяли как бы эти 4 автоматом попали в клуб, и еще одна
из мелких взяла очень большой кредит и тоже вошла в клуб. И сбор был совершенно фантастическим. Он был порядка 600 фунтов стерлингов на одного англичанина. Вообще на одного жителя Великобритании, на каждого, включая младенцев. То есть это сделка, ну там вот 40 там, миллиардов фунтов. Такая была, значит, аукционная сделка. Потом этот аукцион, ну, естественно, это все нашумело, об этом только, я помню, я в то время только закончил, ну, так, пару лет как закончил РЭШ, и там прям, ну, во всех коридорах вот только это и обсуждалось, что как вот, какое, вот что такое, да, типа экономическая теория, посмотрите, что такое экономическая теория, какие она делает деньги. Через полгода провели в Швейцарии аукцион, продавали там частоты и продали за 20 франков швейцарских на человека. То есть 50 раз дешевле. Ну, слили, короче, вот примерно как там. Там, ну, в 30, да. Возник сговор между двумя сильными компаниями. Короче, там подробности можете посмотреть как раз в книге в нашей, как это происходило. Там они поделили области, где они действуют. В общем, там все расписали, аккуратно все расписали. Государство не досчиталось огромных денег в результате. Правда, понимаете, на самом деле здесь, чтобы дать окончательную позитивную оценку, что хорошо, что плохо, надо учесть, что вслед за этим в Великобритании было очень долгое время очень дорогая сотовая связь. Потому что они должны были отбивать это все. То есть здесь как бы все не очевидно. Но во всех странах прошел этот аукцион, практически во всех. Ну, где-то был полный провал, где-то был, значит, где-то наоборот были очень большие сборы. Вот. У нас не проходил аукцион, у нас чиновники выписали лицензии просто дружественным компаниям. Вот. Но зато у нас дешевая связь, можно этим, в принципе, как сказать, можно таким образом, ну, оправдать это решение, что зато связь дешевая. Так, значит, пример 5. Налоговая политика. Но это такой тоже вполне очевидный пример просчета вперед. Вот у вас есть шкала плоская налогообложения, да? Вот вы ее заменяете на неплоскую. Вот если вы так заменяете ее, то есть с какого-то момента просто налог увеличивается на следующие, как бы, на следующие деньги будет больше процент, то, ну, вы понимаете, конечно, что часть из этих раскидает по своим друзьям и обратно вот здесь окажется. Ну, в принципе, ничего такого, как бы ничего существенно плохого не произойдет. Но когда предлагается до какого-то уровня сделать 5% налог, а вот потом уже сильно-сильно вверх, то эта ситуация уже опасная по понятным причинам. Потому что если теперь вот эти будут залезать, они не в 13% будут залезать, а в 5%. И если они все успешно залезут в эти 5%, то, соответственно, ни зарплат не будет, ни пенсии, ничего. Вот, потому что налоги не соберут. Поэтому это такой постоянный дискурс, который ведется по поводу налоговой схемы. То есть можно делать ступенчатую, но нужно, чтобы начиналось все-таки с того же уровня, который было. Вот это вот уменьшать нельзя. Так. На самом деле все, что здесь мы говорим, все, что я рассказываю, там всегда есть какие-то соображения дополнительные. Можно там спорить, потому что есть еще какие-то идеи, которые я не заметил, да, то есть экономика — это такая штука, это не математика, там нет такого, что вот так и все, вот как написано. Всегда надо обсуждать, что вот есть такой момент, а есть еще взгляд с этой стороны, там, я помню международную торговлю, у нас был курс международной торговли, Виктор Мирович Полторович вел международную торговлю, и он, значит, там был учебник какой-то такой, стандартный западный учебник, американский по международной торговле, и он весь был пронизан одной и той же идеологической идеей, что в любой ситуации международная торговля — это всегда хорошо. Не бывает плохо никому. Никто никогда не проигрывает. И Виктор Мирович всегда нам, вот каждую лекцию он заканчивал тем, что учтите, что в этой книге ее писали люди, ну, идеологически как бы напружиненные, да, но на самом деле существует целый ряд условий, шероховатости рынков и так далее, и в целом ряде условий. Может оказаться, что международная торговля хороша только для тех, кто там богаче, например, изначально, экономически более развит, да, а для которых менее развиты, для них, наоборот, протекционизм, он приводит к
значит, плюсом для экономики. То есть всегда есть соображения, да, всегда есть соображения, и в любой реальной ситуации надо все взвешивать, но это как бы всегда вопрос длинных вязких споров, и в них можно участвовать только как бы когда ты сам целиком в этой ситуации, потому что извне никогда нельзя сравнить, какие аргументы более весомые, какие нет. Так, так, а тут как-то, ага, странно, ну ладно, сейчас будем, да. Ну вот в теории механизмов, в теории конструирования механизмов, главное слово — стимул. То есть когда ты создаешь какое-то правило игры, вопрос, какие стимулы, какие стимулы в результате для поведения возникают у людей, для которых ты правила игры пишешь. Мы это вот как с крысами, да, и кобрами. Вот какие стимулы? Стимул разводить крыс. Или там правило вот это двойного золотого. В некоторых ситуациях возникает стимул самому себе забить гол. Уже этого достаточно, чтобы не вводить такое правило. Если ты понимаешь, что такое может быть, это уже опасная ситуация. Вот, значит, в случае с транспортными, вот я про транспорт хочу сказать, с транспортными задачами возникает, когда вы меняете дорожную обстановку, например, вот была улица, да, которая была двусторонней, ее сделали односторонней, да, вот, и какую-то соседнюю улицу сделали в другую сторону. Ну, как бы сказать, неправильно думать, что в результате все, кто ехали вот раньше так, поедут так. Ситуация перестроится вся целиком. В городе могут возникнуть, раньше он ехал так, например, но на одну секунду быстрее было как-нибудь вот так. Теперь в результате вот этой комбинации сюда будет на 5 минут дольше. Тут возникла какая-нибудь пробка или что-то в этом духе, да? И уже он поедет так, а не так и не так. То есть он сменит в принципе весь свой маршрут. И поэтому, когда вводятся вот эти вот, новые правила дорожного движения в городе, меняются там направления улиц, какие-то улицы закрываются, какие-то включаются, светофор, когда по-другому меняет свой режим, всегда надо пересчитывать всю картину. То есть вот это пересчет равновесия по Нэшу, который возникает между водителями. То есть каждый водитель выбирает пункт, там вот каждый водитель характеризуется тем, что он из какого-то пункта хочет попасть в какой-то пункт Б. Ну там, в непрерывных моделях есть там некоторый процент, да, водителей, которые едут отсюда сюда. И по всем вот парам А и Б в сумме эти проценты должны суммироваться к единице. То есть вот такое распределение, двумерное распределение всех водителей. Ну и в каждом случае у нас там есть некоторая дорожная сеть, как можно ехать, так, сяк. Все варианты езды возникают из пункта А в пункт Б. И есть, так сказать, такие, законы, которые связаны как раз с равновесием Нэша в этой ситуации. Ну, точнее, равновесие Нэша мы потом будем считать, а сейчас пока законы, связанные с идеей, что любой водитель, ну, кроме совсем уж каких-то чудаков, да, странных, да, водителей, любой водитель, в принципе, хочет только одного — попасть из пункта А в пункт Б как можно скорее. Вот это понимание, да, понимание, что мы знаем цели, по крайней мере, в этой ситуации мы знаем цели, оно оправдывает очень высокую эффективность теории игр в задачах транспортного планирования. Потому что здесь мы знаем все множество решений возможных и целевую функцию. Да, мы не знаем, какие будут пробки там, там и там, мы должны их просчитать в равновесии по Нэшу. То есть кто что выберет, от этого будут зависеть пробки, от пробок будет зависеть время, которое выбирает каждый. Ну и мы говорим, что вот транспортная ситуация, что значит транспортная ситуация? Это прогноз на загрузки улиц и на длины пробок в том случае, когда пробки возникают. Вот такой полный прогноз. Он называется равновесным в случае, если каждый водитель, изучив его, выбирает себе оптимальный путь, или если таких путей несколько, если они дают одинаковое время, то выбирает некоторое вероятностное распределение на множестве всех путей, которые дают одно и то же минимальное время добирательства из А в Б, корреспонденция из А в Б. Каждый водитель выбирает соответствующие вероятности, ну или иными словами, на самом деле это означает, что, грубо говоря, вот есть там 100 человек, которые отсюда сюда едут, ну там 30 из них едет таким маршрутом, 50 таким, 20 таким. То есть, ну, как бы математически это значит, что вот, будет смешанная стратегия поведения из А в Б. И в чем стоит условие согласования, да? То есть, зная вот эту карту пробок,
мы предсказываем оптимальные действия водителей по выбору просто самого короткого по времени пути. А одновременно, если мы запишем эти выборы и математически поставим их в формулы, как в результате возникают транспортные потоки, мы получим ровно такие потоки и ровно такие пробки. То есть в ответ на эту картину в качестве оптимальных действий возникает та же самая картина. И это называется транспортное равновесие. Транспортное равновесие Нэша, равновесие вардропа Нэша. Ну, там есть разные названия. Вот, то есть тезисы, на самом деле тезисов два. Первое, любой водитель выбирает самый короткий маршрут. Если их несколько, то смешивает с разными весами их между собой. И второй тезис состоит в том, что второй тезис — это как пробка зависит от нагрузки. Вот это очень интересно. Юрий Евгеньевич Нестеров придумал, значит, функцию ступенька на эту тему, вот, за что получил премию Данцига. Ну, там, за разработки в этом направлении получил премию Данцига. То есть до определенной загрузки, дороги, время корреспонденции просто одно и то же. Ну, вот как, грубо говоря, если почти все машины плотно друг к другу рядом едут, это все равно 60 км в час. Все равно как одна едет 60, ну, если она не нарушает правила. Вот. А вот дальше, когда они накапливаются больше, все просто встает, и просто остальные машины, они вынуждены ждать то время, пока проедут предыдущие. Вот чем их больше, тем дольше они будут ждать. То есть такая вот ступенчатая функция, она сильно упростила какие-то алгоритмы, и в результате там стало возможно просчитать целый город целиком просто на компьютере. Вот. Но я честно скажу, что в этой области я не специалист. Мой друг Александр Гасников, большой специалист, он значит, вот с такими задачами работает. Ну и сам Нестеров просто тоже мой друг. И я знаю, что он этим занимался. И вот эти две аксиомы мне очень кажутся красивыми. Да? То есть, ну, первая аксиома просто аксиома оптимального поведения. Вот. А вторая аксиома, как устроена пробка на дороге, как она в зависимости от потока. Вот. Ну и во всех больших городах применяются какие-то правила игры. Вот это и есть механизм. Да? Механизм, правила игры, которая будет так или иначе снижать пробки. Но вот я приведу три варианта. Значит, в Лондоне используется плата за въезд в центр города. Приводим на наши деньги приблизительно 1000 рублей. Ну, то есть, если вот мы бы представляли себе, да, это нужно считать, что 1000 рублей — это въезд в центр города. Нет пробок, пишу я. Недавно мне пишет человек из Лондона и говорит: я посмотрел вашу лекцию, в Раке есть все равно пробки. Говорите, что есть, но, может быть, меньше, чем были бы, если бы этого правила нет. То есть правило есть, но пробки все равно есть тоже. Возможно, слишком мало просят, да, за въезд в центр. Может быть, если вы просили 2000 рублей, то было. Дальше. Сингапур — это налог на личный автотранспорт. То есть вы просто не можете иметь машину, если вы не заплатили этот налог. Вот вы покупаете машину за 500 тысяч, еще 1500, еще 1,5 миллиона в год за право ее владеть. Вот так. А иначе ее на эвакуаторе и в море, и все. До свидания. Да? Ну или кого-нибудь еще продадут. То есть изымают сразу же. Ну и, соответственно, то есть как бы просто есть такие счастливчики или там люди, которые вот нашли много-много денег, они имеют право ездить. Остальные просто не имеют права использовать машину вообще. В Москве правило достаточно интересное, на мой взгляд, чрезвычайно эффективное. То есть города такого размера с настолько, на самом деле, все-таки маленькими пробками по сравнению с тем, как могло бы быть, я в мире не знаю. Значит, что происходит в Москве? В Москве есть три правила, тройная формула. И это платная парковка в центре. Везде в центре можно только за деньги парковаться. Дальше. Выделенные полосы для автобусов. Тоже, казалось бы, вы же отнимаете место, и так машинам мало места, тут вы еще целую полосу выделяете. Но зато в автобусе сразу 50-60 человек едет, да? То есть это снижает давление, снижает, так сказать, количество машин, потому что люди просто пересаживаются сознательно, пересаживаются в автобус. Я на Щелковской, например, сажусь в автобус, и через несколько минут я на МЦК Черкизово, если кто знает, как там все устроено. При этом я все время еду вдоль, ну так, ну особенно если это понедельник утром, например, да, я все время в этом автобусе еду вдоль уныло стоящей вереницы машин. То есть это как это очень удобно, это безусловно снижает. То есть это, когда это ввели, пробки сильно снизились. Ну и, конечно, они все равно есть, это понятно. То есть, ну, там, понедельник утром все магистрали въезда в город Москва забиты просто по очевидным причинам, потому что на вертолетах въезжать нельзя. А каждое утро примерно 7 миллионов человек хочет попасть на работу в город Москва.
вечером ехать обратно. Но вот утро особенно в понедельник и вечер особенно в пятницу хороши, потому что некоторые въезжают на всю неделю, на рабочую неделю, так сказать. Живет на даче, да, въезжает на рабочую неделю в Москву. Вот, ну и перехватывающие парковки. Это когда в Москве вывели линии метро за МКАД. В куче мест уже есть замкадные линии метро, станции, целые линии. И там подъезжаешь, там огромные парковки обычно есть, где наземные, где подземные. Оставляешь машину и на метро едешь. Это совершенно стандартно, особенно для Новой Москвы. Отсюда сейчас вот все едут там. Саларьево гигантская по размеру парковка. Вот, невероятная совершенно. Там оставляют машину и дальше на метро едут. Вот, так. Значит, теперь я просто хочу перечислить, вот они на слайде, премии, Нобелевские премии по экономике за теорию построения механизмов конструирования. Это не все. Мне потом досылали тоже комментарии, что Алексей Владимирович, а вот эту разве вы не считаете за такой? Ну, так условно можно еще пару-тройку приписать, но вот эти совершенно явно 100% за теорию механизмов. Вообще Нобелевская премия по экономике не существует. Это премия Нобелевского комитета называется, это как бы это сказать. Но вот математики смирились с тем, что нет Нобелевской премии. Ну, в 2000 году вышла премия Абеля. Или там в 98-99 году. С тех пор дают премию имени Абеля. А вот экономисты, им подавай прям Нобелевскую. Поэтому они, значит, сделали какой-то фонд. И называется премия Нобелевского комитета по экономике. Ну, понятно, что для любого обычного человека, ну, как бы, что Нобелевского комитета, что Нобеля, одно и то же. Поэтому, если спросить человека несведущего, он скажет, конечно, есть Нобелевская премия по экономике, есть. Да? Ну, как бы, несмотря на то, что Нобель не оставлял такого наследства, не оставлял денег экономистам. Но они их все равно каким-то образом получили. Вот, ну вот эти премии. 96-й год. Значит, теория оптимального налогообложения, ну, ее я все-таки сейчас касаться не буду, она длинная. А вот ВИКРИ, аукцион второй цены, я прямо сейчас вам расскажу, что это такое, от начала и до конца. Это пример Нобелевской премии за одну страницу. Просто одну страницу, статью, ну, грубо говоря, длиной в одну страницу. Ну, может быть, статья длиннее, но вот идейно это рассуждение, которое я сейчас вам за 5-10 минут полностью изложу. Итак, что такое аукцион второй цены? Ну, давайте представим себе какой-нибудь антикварный, там, я не знаю, кувшин там или еще что-нибудь такое. Вот. И вот сидят люди, которые смотрят на него, первый, второй и так далее, энтый. Они наблюдают его и формируют у себя в голове представление о том, сколько они готовы за него заплатить. Ну, обычный аукцион состоит в том, что дальше они... Закрытый аукцион состоит в том, что дальше они запечатывают. Каждый пишет, я вот готов там за 500 рублей, а второй я за 700, третий я за 300. Вот так вот как бы каждый запечатывает в конверт запись о том, сколько денег он готов заплатить. Или просто даже кладет деньгу туда, прямо в конверт сразу. Дальше выясняется, кто максимум дал, то есть берется максимум из боитых. Вот. И арг-максимум, то есть вот тот, кто эту боитую положил, арг-максимум, и который, ну, арг-максимум пожи из боежитых, да, вот этот и, который арг-максимум, выигрывает аукцион. То есть тот, кто написал больше всего. И в обычных правилах игры, он платит БИ. Это обычные аукцион первой цены. Ну, то есть, грубо говоря, с него этот конверт с деньгой забирается, а всем остальным конверты просто возвращаются. Аукцион второй цены устроен немножко иначе. По-прежнему выигрывает тот, у кого арг максимум. Но правильный здесь вопрос был бы, что будет, если два максимальных или три. Ну, тогда лотерея какая-то между ними, например, кидается кость там, вот, монетка. Ну, в общем, с равными вероятностями. Но дело в том, что если здесь непрерывные или очень
тонкое дробление дискретное, то вероятность этого низка. В случае непрерывной просто равна нулю у этого события. Оно возможно, но вероятность равна нулю. Значит, выигрывает аргмакс пажи бежитых, то есть вот этот самый, который записал больше всех. Но, внимание, что он платит? Но платит он величину максимум по g не равно i b житых. То есть его конверт выкидывается, ищет, среди остальных конвертов ищется максимальное, и ровно то, что находится вот в этом втором, да, конверте, берется с него, остальное возвращается назад из его конверта. То есть вот он положил, скажем, 5000 рублей. Следующий положил 2700. Дальше еще меньше, 200 там и так далее. Но дальше уже вообще не важно. То тогда вот этот победил. И вот столько заплатил. А 2300 ему возвращается назад из его. Вот такая вот игра, такие правила игры. Теперь представьте себе, пока аукцион первой цены, представьте себе. В аукционе первой цены, допустим, вы хотите предмет купить, ну, красная цена ваша 1000 рублей, вот 1000 и все. То есть, если вы купите за 1001, вы уже себе в убыток, как бы. Ну, если, например, вы просто считаете, что вы этот предмет потом за 1000 рублей где-нибудь сможете продать. А бывают ситуации, когда оценивается месторождение, например, или что-то такое там, ну, это правда, гораздо более сложная в стратегическом плане ситуация. Но, в общем, идея в том, что мы исходим из предположения, что каждый участник аукциона просто для себя в голове выбирает, что вот такая цена для него есть красная цена, и если он продает дороже, то он просто теряет вот разницу. Если дешевле, наоборот, он приобретает разницу между вот своей красной ценой и столько, сколько он заплатил. Ну вот тогда представьте себе, что вот вы оценили это в 1000 рублей. Вопрос. Сколько вы напишете в конверт, положите? Ну, если вы положите 1000, то в случае, если вы проиграете, вы в нулях, а если вы выиграете, тоже в нулях. Потому что 1000 — это ваша красная цена. Ну, то есть, да, вот я не знаю, сколько, это надо считать, но меньше 1000. На самом деле я знаю, сколько. Аукцион первой цены полностью просчитан. Но это такая отдельная задача, там дифференциальным уравнением сводится этот просчет, довольно сложная штука. То есть когда мы знаем распределение изначальных ставок, априорное, то есть там какой процент людей считает, что это 1000 стоит, какой процент там, что, ну в общем, вот, у нас есть частотный какой-то график, да, какие люди встречаются, да, вот эта вот функция распределения людей по максимально возможным ставкам за этот предмет. Если мы ее знаем, то можно прям математически просчитать, какие были ставки в первом. Но Нобелевскую премию Викри получил за следующее утверждение, за второй аукцион. Итак, Викри доказал, что в аукционе второй цены доминирующей стратегии, сейчас я объясню, что это такое, доминирующей, стратегией поведения любого участника торгов, является, ну, вот эта вот красная цена этого участника. То есть он говорит правду и записывает ее в конверт. Представляете, да? То есть он не врет ни в ту, ни в другую сторону. Он не преуменьшает и не преувеличивает. Вот эта теорема сейчас будет доказана. Что значит доминирующий? Это значит, что я, когда формирую свое действие в аукционе второй цены, я не должен даже оглядываться на остальных. Мне не нужно прикидывать, насколько они там напористые игроки. Знаете, как? Вот в преферанс, кто играл в преферанс? Играли, да?
тоже сознается, да? Ну ладно, вот я сознаюсь, я вот играл в преферанс, я трижды бросал играть в преферанс. Знаете, есть люди, которые трижды бросали курить. Я трижды в жизни бросал играть в преферанс. Каждый раз давал зарок на несколько лет. Ну, это было где-то в 20, наверное, лет один раз, потом в 23, кажется, года. То есть один раз на год завязал, потом, значит, год на два, потом один раз, я помню, что 20, по-моему, 27 лет я завязал на 8 лет играть в преферанс, завязал. То есть, ну, в общем, мне вообще страшно противопоказаны любые азартные игры. Но суть в том, что когда вы играете в преферанс, вы должны прощупать ваших, с кем вы играете. Если это такие, совершенно такие, что они там на восьмерную игру еле-еле шестерную говорят, ну, значит, соответственно, с ними тоже надо играть скорее осторожно, иначе вас сразу это самое. А вот если с рисковыми играете, можно тоже рисковать. Ну, там, в общем, способ вашей игры зависит от того, как играют ваши партнеры по игре, противники. Здесь тоже, по идее, могло бы быть, что я сижу и смотрю, насколько рисковые люди у меня сейчас вот со мной вместе конкурируют за этот предмет. Вот насколько они рисковые. Или, наоборот, они там тихие, они не будут сильно ставить много. Так вот, не нужно этого всего делать. Теорема Викри состоит в том, что, не оглядываясь на то, какого вида ваши партнеры по аукциону, вот эти вот противники, да, соперники по этому предмету, нужно просто писать ровно ту красную цену, которую вы готовы заплатить. Доказательство. Стираем маршруты московские. Сейчас будет доказательство. Без единой формулы. Вообще без единой формулы. Что, вопрос по условию? Нет? Смотрите. Я сейчас... Ну, понятно, что я точно не знаю, кто против меня. Да, там вот такие в основном, или вот такие в основном, или вообще как бы конкретно вот это... Я не знаю, какая выборка, да, против меня сидит. Какая-то выборка из вот этой вот совокупности генеральной есть какая-то выборка. Ну, хорошо, вот я назначил цену красную, вот мою. Красная цена. Допустим, я теперь решил немножко сэкономить и назначаю красную цену минус t, какое-то маленькое t, спускаю на t. Вот, вопрос. Какие изменения в ход аукциона это могло внести? И в каких случаях? Ну, возможно, три разных варианта. Первое, что максимум, вот мне тут существенной ключевой величиной является максимум пажи не равно и, то есть я сам, вот я здесь итой, вот эта величина меня интересует. То есть максимум остальных заявок. Но не красных цен, а именно того, что в конвертах. Мне не нужно заглядывать им в голову. Мне нужно заглядывать к ним в конверт. Ну, мысленно. Заглянуть в конверт. И если эта величина вот где-то здесь, то ясно, что я ни так не выиграл, ни так не выиграл. Правда? Все равно дают же не по второй цене, дают по первой цене, а просто за деньги второй цены. То есть если вот здесь была, то снижение ни к чему не приведет. Но изменений нет. Дальше. А если здесь, то тоже ни к чему не приведет, потому что, смотрите, почему? Потому что плачу-то я вот эту величину, неважно, сказал, здесь или здесь. Я выиграл и в этом случае. Но плачу я вот эту величину. Не эту и не эту, потому что аукцион второй цены. В первом это не работает. Поэтому тоже ничего не меняется. А вот если B попадает вот сюда, то меняется и еще как. Потому что вместо того, чтобы заплатить красную цену и уйти с вот этой положительной разницей, я вдруг беру и уступаю аукцион другому. То есть оказываюсь в нулях. То есть получается, что значит, если я снижаю ставку по сравнению с красной ценой, то в каких-то реализациях, да, вот у меня есть пространство реализаций, n-одномерное пространство всевозможных реализаций остальных вот этих самых красных цен. Но какой-то кусок реализации, в нем вообще ничего не изменится. В каком-то еще тоже ничего не изменится. А вот в этом куске уменьшится и на определенную положительную величину. Да, в разных случаях, в каждом случае своя. Но когда вы возьмете интеграл по этому пространству, да, то есть свой выигрыш усредните, понятно, что он съедет вниз. То есть вы снижаете, и вы снижаете ваш выигрыш, потому что в некоторых ситуациях вы проиграли за счет вот этой потери аукциона. А если вверх? Вот если вы теперь вверх тащите, вы решили наоборот, как это, быковать
вы будете быковать, вы напишите красную цену плюс t. Вы напишите больше 1100. Что тогда произойдет? Опять же, в этих случаях ничего не произойдет. Произойдет только вот в этом случае. Вот кто-то есть со ставкой 1050. Да? Между 1000 и 1100 кто-то оказался со ставкой. И это была максимальная ставка. И вот она до этого выигрывала, вы не выигрывали. Но если вы сказали 1100, то вы выиграли и заплатили 1050. Но на самом-то деле ваша красная цена была 1000. И эти 50 вы переплатили. Поэтому вы тоже оказались в минусе. То есть опять все пространство событий делится на куски, два из которых ничего не меняет, а одно строго в минус. Поэтому интегрально тоже получается снижение. То есть у вас получается, что это доминирующая стратегия. Независимо от поведения других, надо просто писать свою красную цену и все. Да. Да, тогда кидается жребий, но на самом деле они оба получили ноль. Потому что в этом случае красная цена, ну то есть записанная величина равна второй цене. Поэтому пришлось заплатить как в первом, как в аукционе первой цены. Нобелевская премия. Прошу любить и жаловать. Вот за это рассуждение была Нобелевская премия по экономике. Видите, как легко получить Нобелевскую премию по экономике. Так. Но надо еще дожить. Самое сложное в процессе получения Нобелевской премии экономики — это до нее дожить. Обычно 90 лет получают, там 87-90, но очень возрастные. Просто нужно, чтобы она как бы, результат должен устаканиться и действительно слежавшись, быть признанным вот этим всем сообществом экономистов как очень важный. И это обычно происходит настолько долго, что человек не доживает, умирает и уже... Мертвым не дают Нобелевские премии. А бывает еще так, что человек получает Нобелевскую премию и сразу умирает. Это было с Гурвичем и с Шепли. Ну, почти сразу умер и тот, и другой. Вот. Так. Что? Может быть, как раз из-за того, что обмыли. Я точно не знаю. Ну, вообще, когда там человек вот получает такое потрясение, да, допустим, положительное даже. В Нобелевской или в другой? В смысле, по экономике или по другой? А. Надо же. Он умер, да? И что делать? Что же делать, да? Нужно второго выбирать какого-то тогда уже. Запасного игрока. Этот выбыл из игры. Да. Да. Вайлз получал премию Абеля по математике. Конечно, в 16 году. А в 15-м Джон Нэш получил премию по математике Абеля. Джон Нэш единственный, кто получил две премии по экономике и по математике. И умер сразу после получения премии Абеля в странной автокатастрофе, я вам скажу. В очень странной автокатастрофе. Но мы можем развить эту тему, это теория заговора. Вокруг этого куча всего в интернете написано. Там у него была статья «Идеальные деньги», где объяснялось, что банки не нужны будут совершенно. И вдруг раз и автокатастрофа. Такая вот незадача. Но это из серии теории заговора. Это мы не будем. У нас здесь исключительно научные подтвержденные данные. Вот. Значит, 2001 — это ситуация информационной асимметрии на рынках, которую исследовали эти трое. Грубо говоря, идея такая, странная на самом деле идея, я вам скажу, что они предсказывают что-то, что не наблюдается в реальной жизни. Они предсказывают, что на рынке подержанных автомобилей не бывает никаких сделок. Вот такой вот замечательный результат, да? Сейчас я вам докажу, а вы, значит, сами будете думать, в каком месте ошибка в предположениях, да? Ну, у нас же есть рынок подержанных автомобилей, правда? И никаких проблем с ним нет. Значит, но идея такая, что, значит, вот у нас есть вот это вот, автомобили подержанные, они не видно, внешне все как конфетка, да, а внутри вот где-то совсем все гниль, а где-то там еще все фурычит. И тот, кто продает машину, он знает, какая у него машина, соответственно, он знает ей цену. Тот, у кого совсем раздолбанная, он там понимает, что на самом деле цена ей $100, да, например, 100 рублей. Вот. А те, там, кто, у кого довольно хорошая, наоборот, очень большая цена. И каждый бы хотел продать вот за...
ту цену, ну, по крайней мере, никак не меньше, чем вот его ощущаемая стоимость. Но при этом с той стороны, как бы, вот человек не видит. Вот ему продают, он не знает, здесь, здесь или здесь, он не знает, где. Вот перед ним эта машина, вот он не знает, сколько она стоит. Ну и вот в этих условиях должна сложиться какая-то единая цена для всех значений качества машин. И если сложилась какая-то единая цена, то дальше вот они приводят следующее рассуждение, что по этой цене никто из вот этих не будет продавать. Им невыгодно. А значит, будут продавать только эти. Но тогда это никак не может быть единой ценой, потому что единая цена должна усреднять все товары, которые торгуются, да, все машины, которые торгуются. Ты пощупал, те должно быть примерно как единая вот эта цена. То есть если исходить из равновесных соображений, цена продажи машины должна быть средней между тем, что предложено на рынке. Но получается, что она никак не может быть средней, потому что все, кто выше, они просто откажутся от продажи из-за того, что они знают на самом деле, сколько она стоит. Она стоит сильно дороже. Ну и вот поэтому эта цена тоже должна будет падать. Но в этом случае вот эти уходят с рынка. Она опять падает, да, то есть вот как бы, когда уходят с рынка люди с очень хорошими машинами, цена падает, потом уходят с не очень хорошими машинами, потом уходят совсем плохими. Ну и как бы прогноз состоит в том, что рынка этого нет и не может существовать. Ну это же ерунда, он же существует, да? Ну неважно, Нобелевскую премию все равно дали. Так бывает. Ну на самом деле там просто заложены были определенные идеи, вот в их как бы... В их конструкции были заложены идеи, потом они приводили ситуацию, когда наоборот, вовсю идет торговля, просто тогда должно быть, чтобы с точки зрения покупателя он гораздо больше был готов заплатить за подержанную машину, чем продавец. Тогда вот при некотором коэффициенте, наоборот, рынок весь сразу начинает работать. Вот. Так. 2005-й Ауман Шеллинг, сильное равновесие Нэша. К нему мы сегодня чуть позже вернемся, когда я перейду к собственному там исследованию, которое вот в этом году меня в РАН избрали за соответствующие результаты. Это про механизмы контроля и наказания, короче говоря. Про это я буду рассказывать чуть позже. И там вот важная концепция сильного равновесия. Что такое сильное равновесие? Давайте я скажу. Сильное равновесие — это когда вот у меня прогнозируются определенные действия. Но вначале я все-таки формально скажу, что такое равновесие, хотя я уже сказал это на примере транспортных потоков. Но вообще... В теории игр равновесием Нэша называется некий список прогнозов для каждого участника взаимодействия. Да, у меня есть несколько участников взаимодействия, и для каждого из них я знаю некое пространство действий, которое он может совершить. Вот этот вот. Это вот из этого выбирает, там этот, из этого выбирает. У каждого игрока есть пространство возможных действий. Так вот, в этой ситуации мы говорим, что равновесие Нэша это набор прогнозируемых действий, целый набор прогнозируемых действий для каждого игрока. Такой, что если, например, первый игрок узнал, какие действия предпринимают остальные, и просчитал, каким будет его выигрыш, если он будет менять свое действие на какое-либо иное, то ни в каком случае не получится больше, чем сейчас. То есть вот это действие является оптимальным против вот этих действий остальных. То есть он их прогнозировал и выбрал для себя вот это как самое лучшее. Второй тоже спрогнозировал все, включая вот этого действия первого игрока, да? Тоже спрогнозировал все эти действия. И оказалось, что наилучшим для него является S2 со звездой. И также для остальных. Ну, я точную формулу строго не буду писать, но вот идея понятна, да? То есть каждый может спрогнозировать, причем правильно, действия остальных. И в этом случае его собственное оптимизирует его выигрыш. Ну а сильное равновесие Нэша — это концепция, когда еще и никакой сговор невозможен. То есть нет такой группы лиц по предварительному сговору, да? Например, второй, четвертый и пятый. Вот они берут, созваниваются и разом одновременно меняют свои действия на альтернативные действия из своих вот стратегических возможностей. Ну а остальные типа считается, что тормозят и предпринимают те действия, которые до этого предпринимали. И если существует такой сговор, который приводит к вот этим действиям так, что итоговая ситуация приносит больший выигрыш второму, четвертому и пятому, каждому из них, то тогда мы говорим, что исходная ситуация не является сильным равновесием Нэша. Она, может быть, является обычным, конечно, но сильным не является. То есть то, что мы для обычного равновесия мы требуем, чтобы
один никто в одиночку отклониться не может, чтобы получить дополнительный выигрыш какой-то больше, чем он сейчас имеет, то в случае с сильным равновесием мы говорим, что это такая ситуация, что никакая группа лиц не может синхронно отклониться, чтобы получить выигрыш для них, для остальных, конечно, остальных они могут куда-то там совсем засунуть в результате, да, такого отклонения. То есть на остальных они не оглядываются, только вот созвонились быстро, та-та-та-та, завтра координируемся, раз-раз-раз-раз, и каждый из нас выигрывает. Вот если так, то это все. Значит, исходная ситуация не является сильным равновесием Нэша. К сожалению или к счастью, но в типичных играх таких равновесий не существует вообще. То есть если про равновесие Нэша есть теоремы существования, по крайней мере в смешанных стратегиях, там есть результат Нэша, вот. Но что касается сильного равновесия Нэша, то никаких общих теорем существования нет. И это большая удача, когда существует сильное равновесие. И на самом деле от механизма экономического минимальное требование, которое, как бы, как, что от него ждут, что в результате взаимодействия будет сильное сговороустойчивое равновесие. Но, к сожалению, далеко не всегда получается. То есть аукционы не в сговороустойчивые вообще, более-менее, в принципе. Вот. Но это так, если есть сговороустойчивый механизм, это очень круто, это значит, что его можно действительно прогнозировать в жизни, что они даже координируясь… Потому что Нэш — это довольно странная концепция, что там все не могут даже друг с другом созвониться и договориться об изменении, на самом деле в реальности же могут. А вот сильное равновесие — это такое вот уточнение, которое уже может быть надежным, но зато, к сожалению, редко существует. Так, Гурвич, Маскин, Майерсон, создание основ теории оптимальных механизмов. Там вот как раз теорема Майерсона про аукционы, несколько штук теорем. Вот, в частности, есть удивительный, ошеломляющий результат, что если вы аукционист и вы продаете этот антикварный предмет, то неважно, какие правила проведения аукциона, если вы с одной и той же вот компанией имеете дело, да, которая взята из этого распределения, то в любом симметричном равновесии выигрыш будет один и тот же, ваш личный. То есть они будут подстраивать под ваши правила, их поведение подстраивается так, что в результате выигрыш оказывается одинаковым в любом формате. Это вот, ну, это одно из трех достижений, за которые… То есть вот эта теорема, потом теорема о выявлении предпочтений и просчет оптимального аукциона еще он сделал для некоторых условий. Так, почему оптимального? Если я говорю, что все они одинаковые. А потому что можно ввести барьер входа. Если входишь в барьер входа, это то, что вот в теореме Майерсона считается, что барьера входа нет. А если барьер входа есть, то тогда можно сильно увеличить средний сбор. И вот оптимальный средний сбор он просчитал. Вообще крутой дядька. Он приезжал, я с ним общался в РЭШ. Так это самое. Говорит, по кому вы ведете? Вы ведете по моей книге? Но моя книга не может быть понятна никому, ни одному студенту. Как вы можете по ней вести теорию игр? Она же ужасно, говорит, написана абсолютно. Ее невозможно читать, это книга для профессионалов. Зачем вы по ней ведете? Такой веселый дядя. Вот. Ну, я сказал, что у нас тут все с мехмата из физтеха, или там половина, и они прекрасно вашу книгу читают и по ней работают. О, ничего себе. Не могу даже поверить. В Англии я по ней не могу работать нигде. Так. 2012-й. Шепли и Рот. Элвин Рот. Рот. Надо написать. Он пишется вот так. Рот. Элвин Рот. Вот. И вот Шепли, который недолго потом прожил. После 90-го, да, 33-го, сейчас, нет, 23-го, что ли, года он был. В общем, да. Вот. А что такое марьяжи? Это теория пар сочетаний. Есть как бы, условно говоря, вот это мальчики, условно говоря, это девочки, да? Вот, и каждый, но это условно, потому что на самом деле есть очень много разных применений. В частности, это может быть вузы, а это могут быть абитуриенты. У абитуриентов есть предпочтение относительно каких вузов, куда лучше, куда хуже. А у вузов тоже есть предпочтение, ну, в смысле, абитуриенты сдают какие-то экзамены там, да, те же там, либо записи ЕГЭ, либо там какие-то дополнительные испытания, да, которые вуз может делать. То есть есть взаимная как бы такая заинтересованность. Эти выбирают отсюда, эти выбирают отсюда. Ну и вот, значит, есть такая общая теорема, что… При определенных условиях существует в случае вузов, там в каждый вуз некоторое количество народу устраивается, да, учиться. В случае, когда такое классическое парсочетание,
то это такие классические мальчики, классические девочки, и просто строится система браков, так сказать, да, такая математическая, математически устойчивая система браков всегда существует. Только нужно, чтобы каждый, нужно всего-то ничего, чтобы каждый парень строго упорядочивал всех девушек, и каждая девушка строго упорядочивала тоже всех парней. Ну, у разных, конечно, может быть разное упорядочение. Но это такое довольно сильное условие, но тем не менее, даже в таком условии довольно долго не понимали, что существует всегда устойчивая система браков. Оказалось, что существует, и соответствующая процедура называется механизм Гейла и Шепли. Ну, а Рот там за компанию был, потому что применял на практике этот механизм очень много. Ну, так, назначение в колледже, там, работник ищет работу. Очень много сейчас это делается по этой схеме. Сейчас, например, мои коллеги из Питера, из вышки питерской, уже третий год пытаются объяснить Министерству образования Российской Федерации, что надо именно таким образом изменить правила приема, чтобы не возникали коллапсы, типа как в 2021 году. Ну, идет очень тяжело это все, скажу вам. Но, может быть, все-таки и добьют их, посмотрим. В смысле, наши добьют Минобр, а не наоборот. Ну, в общем, там как бы время от времени происходят встречи, там они тестируют механизм, который прям конкретно выписан. Как вот. То есть это совершенно насущная задача номер один. После 2021 года мы все упали, потому что это совершенно такая стандартная теория игр, которая известна уже 60 лет. И они не понимали этого. То есть назначая этим переназначение, которое можно было делать сколько угодно раз, они просто не понимали, что люди будут друг на друга смотреть и ждать, пока этот и... Ну, просто не понимали. Вот Фальков этого не понимал в лоб. Вот, ну, хоть вот ты, что называется, кол на голове у него чеши, не понимал. Прошу прощения. Да. Вот. В общем, может быть, все-таки они в конце концов поймут и изменят систему приема на такую. Так, ну, 16-й год, да, это я сейчас буду говорить. Теория контрактов неоклассической экономики. Неоклассическая экономика — это как раз такая вот стандартная мейнстримная экономика, когда предполагается рациональность агентов. Неоклассическая экономика предполагает, что мы всегда знаем цели тех людей, с которыми работаем. Какие бы они ни были, они есть. И мы можем их узнать. Это очень сильное предположение. Просто очень сильное на самом деле. И есть целые пласты экономических моделей, где такое предположение не выполняется напрочь. Например, теория участия людей в выборах любых уровней. Вот рассмотрим выборы, такие, где считают голоса. Все засмеялись. Ну, рассмотрим там другую планету и какую-нибудь страну на ней, где после того, как происходят выборы, еще и честно считают голоса. Вот, тогда возникает вопрос, человек идет на выборы. Миллион человек в стране. Много миллионов, да? И вот человек идет на выборы. Какая вероятность, что он повлияет на итог? Ноль. Ну так, грубо, просто ноль. Потому что нужно представить себе, что сложится так, что будет ровно столько за этого и ровно столько за этого. И в этом случае если на один голос выше, да, они все повлияли, вот если бы они не пришли, было в другую сторону. Такая ситуация не складывалась в жизни никогда, даже в маленьких округах, по-моему, ни разу. Ну, маленьких, может быть, складывалось, но на уровне страны там были приколы, по-моему, в Израиле в какой-то момент 300, что ли, голосов была разница. Но 300 все равно это не один. То есть получается, что участие в выборах никак не может быть рационализируемо. То есть нельзя придумать рациональных причин, потому что просто твоя вероятность повлиять равна практически нулю, а твоя потеря полноценных там часа или двух, особенно если это дачный сезон, да, она несомненна. И, соответственно, возникает совершенно, совершенно непонятный вопрос в рамках неоклассической экономики, вопрос неразрешаемый, почему люди участвуют в выборах. Но в рамках социологии ответ дается тем, что люди ведут себя так, как положено вести себя в их окружении. И если в окружении люди ходят на выборы, значит, они тоже ходят. Или люди следуют некоторой социологической модели. Они не преследуют никаких целей. Они просто следуют определенной модели. И в этом случае все, естественно, стоит на свои места. Но экономисты не любят таких причин. Они говорят, нет, должны быть цели. Вот, если нет целей, это значит, типа, не экономика. Но это такой вот дискурс, вечный спор идет. Все модели, связанные с участием в выборах, работают на 2 балла и ниже. Вот. Но их все равно пишут, потому что это очень удобно, гранты большие на это выделяются, и всегда
журналы ждут такие статьи. Всегда интересно, как при троекратном дифференцировании каких-нибудь функций, значит, предпочтения агентов возникает новый вид равновесия в модели голосования. Никакого отношения к жизни это не имеет, но это, ну, это нормально, люди заняты, никто, как сказать, если бы они не писали эти модели, они бы занимались бандитизмом, просто на улице отнимали бы деньги, то есть это, в принципе, социально вполне нормальный вид деятельности. Я к тому, что я часто защищаю такую несуществующую, ненужную науку, потому что, ну, они бы могли вредить, а они не вредят. Вот, так что надо понимать, если кто-то не вредит, это уже очень хорошо. Человек прожил жизнь, не вредя, да, нигде. Это очень круто. Даже если он совершенно бесполезной деятельностью занимался, все равно это очень хорошо, потому что он не вредил. Вот, поэтому вот такая есть деятельность. Но, тем не менее, да, вот проработка контрактов в неоклассической экономике, за это дали Нобелевскую премию. Ну и в 2020 году снова дали. Прямо за аукционы. Прямо. Напрямую. Так, а сколько у нас времени и сколько вообще времени? Я хочу еще про свою рассказать немножко модель. Сейчас сколько? 19? 29. Ну, давайте я постепенно перехожу. Это вот эти двое, которых я упомянул в 2016 году. И как раз я сейчас дальше буду рассказывать. Вот, да, разработка механизмов контроля и наказания. Приложения сразу. Приложения. Тотальное уклонение от налогов. 95-й год. Никто не платил деньги в казну вообще. Собирался ноль, были неплатежи длиной в 1-2 года. Родители ваши, наверное, помнят. Кто-то из более старшего поколения, кто здесь есть, тоже помнит. Моей маме не платили 2 года зарплату на работе. Вообще. Вообще. Потому что в бюджете не было денег, потому что, значит, не собирались налоги, потому что, когда инспектор приходил собирать налог, ему, загадочно улыбаясь, говорили, что прибыль нашей фирмы равна нулю. А это вы не смотрите, вот эти все золотые как бы унитазы, это все прилетело с Луны. Никакой прибыли нет. Ну, кстати, унитазик возьмите один. Ну, так просто подарок. А так прибыли никакой нет. Ну и так просто устроена была жизнь во все, просто поголовно во всей стране. Вот так вот собирались налоги. Ну и там был запрос в ЦИМИ, в мой институт, в котором я до сих пор там тоже частично на некоторую ставку работаю. Вот. Придумать хоть что-нибудь, то есть сделать так, чтобы хоть какой-то небольшой налог собирался. Вот. Ну и вот дальше был там разговор, выяснилось, что теоретические модели, которые есть, предсказывают равновесие Нэша, а в равновесии Нэша никакого там нет, потому что все эти инспектора друг с другом созванивались и договаривались об общей стратегии поведения всегда. А этому нужно сильное равновесие Нэша использовать, о чем я чуть дальше и скажу. Другой пример. На каком-то большом озере находится несколько комбинатов. Они все загрязняют воду. Ну, можно поставить хорошее очистное сооружение, можно плохое. Если плохое поставишь, тебе это дешево, но вода грязная. Если хорошее поставишь, тебе это дорого, но зато вода чистая. А вода усредняется как бы, да, то есть она вот, ну так, вроде как, то ли ты загрязнил, то ли нет. То есть вроде попробовал воду около твоего комбината, но она грязная. Но надо доказывать, идти, да, разбираться, очень много, долго разбираться с тем, как происходит производственный процесс. То есть увидеть, что вода грязная, быстро, получить представление о том, насколько ты очищаешь воду, можно, а доказать очень долго. То же самое было вот с уклонением, тоже как бы понять, насколько они воровали, можно было всегда по косвенным признакам, но доказать это нужно проводить исследования. Та же самая ситуация возникла на некотором очень известном заводе. В нескольких цехах воровали медь, и нужно было написать вот стратегии наказания, которые бы снизили, не говорилось о том, что на ноль вывели, но снизили это воровство заметным образом, чтобы это в равновесие, да, которое в теории у нас предсказывалось, реализовалось на практике, а не было просто висящим равновесием в воздухе, да, что вот практика так, а в науке так. Вот. Ну вот давайте я сейчас одну историю расскажу, которая примерно про это. У вас есть турникеты? Да. Вот, у нас вот они появились лет 25 назад, первые. И вот эта типичная картина, которую можно там было много раз наблюдать, да до сих пор, в общем, иногда это происходит. И вот, значит, часто такая ситуация в турникетном зале. Это пример модельный, конечно, к нему не надо серьезно относиться, но он в интеллектуальном смысле он имеет прямое отношение к тому, что я рассказываю. Значит, есть несколько таких бичей, там, не знаю, ну, просто людей, которые не хотят платить за проезд, и вот они собираются перепрыгнуть. Но есть охранник. Он, как только человек пытается прыгать, он хватает человека и там, ну, штраф, да.
Вот. Но если прыгают все одновременно, то охранник один. Одного хватает кого-то. Остальные пошли на электричку бесплатно. И часто такая ситуация, что вот все стоят, там 15, допустим, таких, вот я помню, начало века нашего, 15 таких бомжеватого вида, они там стоят, что-то там раздумывают, кто-то подойдет к турникету, тут же охранник к этому турникету подходит, кто-то к другому турникету, опять охранник. В общем, они не прыгают, не могут. И тут едет электричка, и это как сигнал к атаке происходит. В ту же секунду все они бросаются через турникеты. Охранник кого-то одного хватает. Все, ты ответишь, да? Ну, он ответит. А остальные уже не ответят. И вот в этой ситуации возникает два равновесия Нэша. Два устойчивых. Там третье еще водораздельное посередине, но я про него не буду говорить. Оно не равновесие как бы в физическом смысле слова. Оно сваливается в одно из двух. Два равновесия Нэша. Первое называется «все прыгают». Второе называется «никто не прыгает». Почему оба равновесия? Ну, допустим, что штраф, если тебя поймали, 4-5 раз дороже, чем билет. Это примерно так и было. Ну, 20 рублей билет, 100 рублей штраф. Тогда, смотрите, если никто не прыгает, то это очевидно, что равновесие. Потому что, ну вот я думаю, прыгать мне или нет. Если я буду прыгать, ровно меня поймают, и я заплачу 100 рублей. Ну, как бы, да, вместо вот того, чтобы не прыгать и, например, заплатить за билет, ну или вообще не участвовать, да? То есть здесь все понятно. Если никто не прыгает, то возьмут ровно тебя, но это ясно невыгодно. Это лучше уж тогда тоже не прыгать. Теперь почему это тоже равновесие? Вот все прыгают. А вот ты один думаешь, прыгать или нет? Если ты прыгаешь, тебя, может быть, поймают, но вероятность того, что тебя поймают, равна 1/15, если ты прыгаешь вместе со всеми. Ну, 1/15 от 100 меньше, чем цена билета. Да? То есть поэтому надо прыгать. То есть если все остальные прыгают, то выгоднее прыгать, чем не прыгать. А если остальные не прыгают, то выгоднее не прыгать, чем прыгать. Вот и получается два совершенно разных прогноза на ситуацию. Оба равновесия Нэша. Какой же мы в реальности прогнозируем? Не знаю. Когда едет электричка, мы прогнозируем первый. Вопрос. Как убрать нежелательное для охранника равновесия? Как его убрать? Ну, можно разные действия технические придумывать, да. Но в реальности никто не будет ставить один турникет, конечно, все равно там куча народа же по билетам ходит. Ну вот нету ничего больше, нет, кроме охранника и нарушителей. Только охранник, он умный. Вот подсказка, охранник очень умный должен быть. Он... А? Нет, это все тоже не охранник будет делать. Что делать? Ну, электричка. В смысле, сделать турникеты далеко от электрички, чтобы не было слышно? Это все тоже техника, это техника. Вот у нас нет ничего, кроме этого зала с так прилепленными турникетами, как они есть, и охранника, который только он очень умный. Может, с того, кого поймали, взять за всех деньги? Тоже нельзя, у него четко прописаны правила. Штраф 100 рублей. А? Значит, давайте такую, вот я... Ну, тогда кто? Один конкретно, да? Но он пропустит. Но это не будет, эта цель-то не будет достигнута. Цель, чтобы они за билеты заплатили, заразы такие, да? Есть, он и так реагирует случайным. Вот я как раз хочу сказать, что охранник должен не случайным образом реагировать. Он должен изменить стратегию поимки. Сложнее, чуть-чуть сложнее, умнее. Нет, это-то... Так, это хороший вариант, но тогда этот конкретный не будет прыгать, а остальные будут. Надо усилить этот вариант. Да? Не, нельзя увеличить штраф, это не в его... Не, его сразу снимут. Не, надо еще думать, вот дальше. Ну, они одновременно прыгают. Но все равно, что-то вот в эту сторону. Вот смотрите, я говорю, вот я лично тебя возьму, если ты будешь прыгать, да? Ты сказал, понял. Ну, понял?
не буду, да? А вот если он не будет, я тебя беру. А вот если эти двое не будут, я вот тебя беру, да? Понятно, да? Но иными словами, ввести упорядочение, например, по росту, и сказать, ловлю самого высокого из тех, кто прыгает. Ну, самое простое по росту. Можно просто упорядочить? Ты первый, ты второй, ты третий, ты четвертый. Буду ловить самого из тех, кто прыгает, того, у кого будет самый маленький номер. Из тех, кто прыгает. Ну и вот теперь все. Привет. Приехали, да? Почему? Потому что самый высокий, очевидно, не прыгает. Потому что его, очевидно, поймают, если он прыгает. Второй по высоте не прыгает, потому что не прыгает самый высокий, и второй это понимает. Третий считает, эти двое, блин, понятно, по очереди отпадут, значит, наверное, если кто-то и будет прыгать, то если я буду прыгать, я буду самый высокий из них, да? Значит, я тоже не буду. И вот так по очереди даже самая низкая баба Люба какая-нибудь, да? Она все равно тоже прыгать не будет, потому что она поймет, что все остальные тоже отпали. Ну вот, могут подумать, но если они будут рассуждать рационально, да, здесь же предположение, да. Тут, конечно, предположение о рациональности поведения довольно сильное. Сговор устойчивый, они не могут договориться. Без передачи друг другу денег они не договорятся. А если есть передача денег, то никакие механизмы не работают, это отдельная теорема есть. То есть без передачи денег? Нет, потому что в любом, любой компании, которая созванивается и договаривается, будет кто-то самого высокого роста, именно его поймают, зачем ему участвовать в этом сговоре. Ну тогда да, там нужно им сказать, ты первый, ты второй просто лично. То есть все равно нужно перейти к полному упорядочению. Это решение чрезвычайно эффективное, но его минус в том, что оно дискриминационное. Сегодня у нас такая жизнь, да, знаете, как бы повестка, что все должны быть равны. Вот. Не то, что там одни животные равнее других, а все равны и все. И поэтому возникает вопрос, что если нельзя внедрить такое эффективное, но несправедливое решение? Ну вот в той задаче, которую я сейчас рассказывал, ничего тогда нельзя сделать. Все равно все сваливается к симметричному равновесию и все, потому что там только две стратегии, прыгаешь или не прыгаешь. Но в ситуации вот налогового сбора или загрязнения возникают уровни нарушения. Вот такие вот, каждый уровень нарушения между нулем и единицей, 0 и 1. И тогда можно подвязывать, и уровни мы знаем, мы же можем проверить. Вот, мы проверить можем, мы только доказывать долго, проверить мы можем. И поэтому можно привязать вероятности наказаний к тому, какого уровня ваше нарушение. То есть, например, говорю, вот мы берем и вообще не наказываем тех, кто ворует меньше, чем 30% имеющегося налогового сбора. Вообще. А дальше, соответственно, как бы если больше, то уже получается с какой-то вероятностью к вам придут. Если подобрать вот этот порог таким образом, что вот четкое понимание, да, что к вам точно не придут, если у вас там воровство ниже 30 или начиная с 30 и ниже, да, то в некоторых случаях можно прям посчитать, ну, если в соответствующие там нужно дальше вычислять, какие их выигрыши, естественно, там. Вот. Оказывается, что таким образом можно снизить уровень до вот этих 30. То есть было 100, у всех 100%, все воровали на 100%. Кого-то хватали и наказывали. А теперь, значит, оказывается, что вот кто-то из игры выпадает. Ну и вот я сейчас подхожу к концу уже. Значит, самая общая схема наказания, которое реализуется через сильное равновесие Нэша, то есть сговора устойчивое равновесие, она выглядит следующим образом. Мы берем единичную вероятность, да, вот мы считаем, что вот вероятность визита равна единице в сумме, как бы, да, ну или не превосходит единице. Но вот берем единичную вероятность визита, разбиваем на несколько кусков произвольным образом. N здесь и здесь на самом деле доказывается потом, что может быть сделано одинаковым, но пока мы просто на произвольное количество кусков разбиваем вот эту вот вероятность, да, и говорим, что вот с такой вероятностью я пришел ко всем, у кого уровень нарушения выше, чем вот первый такой порог терпимости. Вот есть такой первый порог терпимости. То есть от нуля до единицы
выставляется несколько порогов терпимости. Z1, Z2. Ну, давайте без черты, чтобы не это самое. Допустим, Z3 хватит. И говорится, что первое. У кого x, выбранный уровень нарушения, не превышает первый порог терпимости, наказание, вероятность наказания равна нулю. Вероятность прихода равна нулю, тождественному. Дальше. Те, кто превзошли этот порог, ко всем ним с одинаковой вероятностью приходит вот, это вот, как бы вид, вот этот вид проверки. Дальше. Если, однако, кто-то второй даже порог превысил, то есть еще и даже вот тут оказался, да, ко всем, кто оказался здесь, здесь или здесь, с равной вероятностью вот такая вероятность будет. То есть если кто-то, например, вот в этой точке находится, вот здесь, то вероятность проверки будет вот такая и все. Если же ты еще второй превзошел, то вероятность проверки будет вот такая. А если еще и третий, то последнее слагаемое, ну в данном случае L равно 3, а 3 делить на все те, кто вместе с тобой обнаглели больше, чем Z3. Ну, теорема заключается в том, что эта схема является корреляционно устойчивой. Теорема длинная, на 10 страниц. Первая глава моей диссертации. Вот. И дальше можно применять к любой из этих ситуаций, которые мы описали. Ну вот, в общем-то, на самом деле, в целом это все, что я хотел сказать. Да, пожалуй, да. Ну и тут какие-то ссылки там. Саватеев, x, y, z. Блин, я вот синий на синем, конечно, гениально, да. В кавычках. Саватеев, x, y, z, там куча материалов. Маткульт, привет, это сайт. Этот самый канал, YouTube-канал, который я веду. Вот. Ну и там разные есть источники. У нас есть еще такое движение «Родная школа». Мы в данный момент проводим исследования о том, что больше всего мешает учителям работать сегодня. По всей стране проводим это исследование. Можно зарегистрироваться и провести, если можете нам помочь. Уже больше 1000 анкет. Это все добровольно. У нас нет никаких огромных там грантов, как у вышкинских там институтов образования. Вот. Но зато, в отличие от коллег, скажем так, мы проводим эти опросы не в интересах трансформации, цифровой трансформации школы, а в интересах действительного положения учителей и учебного процесса. Поэтому если вы можете нам помочь, если у кого есть знакомые учителя, пожалуйста, пройдите. Он длинный, но нам очень интересно получить. Вот сейчас вот эти 1000 мы уже начали обрабатывать. Там очень интересные вещи мы вскрываем. Вот. Так что если будет красноярский срез, будет очень хорошо. Всем спасибо за внимание. Отвечаю на любые вопросы. Очень удобно ездить выступать на восток, потому что вот сейчас в Москве около 4 часов дня. Я еще вполне бодр там. Нет, 5, да? Я ошибся. 5. Нет. 4, конечно. Сейчас сколько? 8? 5. Да, 4 часов дня. Вот, поэтому еще вполне можно пообщаться. Давайте, да, вот, первый вопрос. Ну да, да, да. Вообще это было вот где-то в районе 10-х годов очень активно. Андрей Леонидов, мой коллега, который активно этим увлекается, он говорит следующее, что конкретно игры среднего поля — это слишком простая модель, но уже на основе нее они делают в Фиане там какие-то вторые приближения, там, игры второго приближения уже очень интересны со сложнейшими вычислениями, со сложнейшими там расчетами того, что будет происходить. То есть, ну это статистическая теория игр, статфизика с теорией игр, когда вместе с, начинает действовать, там все это на модели Изинга основано, но дальше в нашей модели Изинга, связанной с экономикой, отношения несимметричные, то есть вот у частиц модели Изинга взаимодействие симметричная функция,
А в экономике нет, и получается сложнейшие уравнения из-за этого нерешаемые. То есть там надо понимать, что в результате надо делать. Это то, чем я пытался заниматься, но, если честно, я об это сломал зубы. Я не понимаю, как получать интересные результаты, при этом, чтобы они получались. То есть какие-то простые вещи и так всем очевидные, а начинаешь писать чуть более сложные, и ничего нельзя вывести. Ну вот сейчас взялась за это команда из Фиана и этим занимается. По какой задаче? Транспортная задача. Да. Так, вот прямо сразу не скажу, но вот я Гасникова упоминал, Гасникова точно надо. Так, дальше. Спасибо. Нестеров, да? Я авторов могу перечислить. Якимов занимается транспортом, это практик. Вот президент Российской академии транспорта, он был замминистра по транспорту в Перми, он настроил там очень хорошо в городе там общественный транспорт и так далее. Он это вот практик прямо, вот его я очень рекомендую. Наверное, вот там уже в работах, которые там будут, можно смотреть дальнейшие ссылки. Какая-то была огромная книга про... выпало, короче, из головы. Этого, я думаю, что этого вполне достаточно. Дальше можно из них можно вытянуть. У меня вопрос. Да. Вы закончили РЭШ? Вначале Мехмат МГУ, потом РЭШ, да. В Сбербанке 500 человек из РЭШ. Чуть не треть всех выпускников вообще, всех времен. Примерно. Пусть я сейчас, если кто-то посмотрит лекцию, часто бывает, что я говорю какую-нибудь глупость на лекции, да? Потом меня поправляют в комментариях. Я готов, если кто-то поправит, вот из тех, кто будет в интернете смотреть потом. Но, по-моему, это чуть не треть вообще всех выпускников РЭШ работает в Сбербанке просто. ВТБ, естественно, куча народу работает. В общем, первое такое очевидное применение – это банк. Второе – это правительство в разных там агентствах стратегических инициатив. Есть такое либеральное крыло Кремля. Вот там оно все обсижено рэшевцами, просто как это, голубями крыши. Да. Кто? Давай. Я помню, что года два назад вы активно ездили с лекциями по великой реинформации. Я по-прежнему время от времени про нее рассказываю, да. Я помню, в одном из видео вы говорили, что чтобы ее полностью освоить, вам нужно уйти в жизнь лет на 10. Да, это не предполагается ни в каком ближайшем времени, к сожалению. Даже на неделю не выпускают. Нет, на неделю я ухожу. Летом я не был на связи 3 недели, зимой около 2 недель. Но этого мало для великой теории Ферма. Эллиптические кривые, я застрял в них. На 3-й главе там книги соответствующие. А что вы читали? КНЭП. Пару глав, понятно, в принципе, прошел. Там из 4-й что-то понял. Но в целом вот я застрял на этом. По алгебре я пытался разбираться с гомологической алгеброй. Ничего не понял. Ничего, честно скажу. Вот. Математик из меня не вышел. На самом деле, я могу сказать вам честно, что почти все, кто учились в РЭШ, это неудавшиеся математики просто или там физики. То есть это в самом лучшем экономическом месте учатся те, у кого не вышло ничего вот в других специальностях. Но я это не говорил. То есть это вот я когда это говорю, мне сразу говорят, что меня закидают помидорами сразу, как я куда-то приеду там к ним. Вот, то есть это мое мнение, оно может оказаться неправильным. Но в моем случае это точно правильно. Так и было. За всех действительно не берусь судить, но многие так. У меня вопрос такой, немного неудобный, наверное. Я не отвечу, если что. Я сказал, задавайте любые вопросы. Но я же не сказал, что я отвечу на любой вопрос, да? Задать можно. Это очень долго, но у меня очень много про это выступлений, можно в интернете просто посмотреть.
То есть это в интернете очень... Нет, просто в интернет пойти, там очень много записей, в том числе у меня есть 4 разговора с отцом Андреем Ткачевым. 4. Первый так назывался «Бог и математика». Я пофилософствовать люблю, да. Но сейчас, я думаю, не тот формат. Можно да. Тогда шуточный вопрос. Значит, Вассерман сказал, что он, значит, будучи студентом, с помощью теоремы Гёделя доказал отсутствие Бога. А вы, значит, вот... Ну да, 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 это такой... Теорема Гёделя явно... Да, 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 да. Как, значит? Ну, он... Ну, а вы видели его доказательства? Вы видели его доказательства? Я видел, я читал. Да, конечно. Ну, посмотри, нет, посмотрите, это надо. Это того стоит, чтобы посмотреть. Да. Многие современные спикеры говорят так называемые компетенции. Вот с этим у меня вопрос. Что это такое, по вашему мнению? Это провокационный вопрос, потому что у меня есть хулиганское видео в интернете на эту тему. Неужели ты не знаешь? Никогда не видел, да? Ну тогда в интернет вперед, Саватеев, компетенции. Есть короткое видео, очень короткое, но оно неприличное. Сразу предупреждаю. Ну, уже понятно, что мы сейчас уходим в общие вопросы. Не совсем по теме. Ну, я же сказал любые, да, поэтому и получается так. Да. Но я думаю, что мы можем попросить слово у Алексея Владимировича, что он в ближайшее время еще к нам приедет. Если ближайшим временем является оставшаяся моя жизнь, то да. Ну, я честно, у меня как бы... Вот я тут недавно «Монополию» смотрел у детей, русскую «Монополию», знаете, такую там, города. Вот из всех вообще городов, которые на всем круге, я не выступал ровно в одном городе, в городе Ставрополь. Во всех поголовно остальных городах я выступал, и во многих по много раз. То есть у меня график такой, как бы, он вот это такая кривая пиано, которая покрывает... Российскую Федерацию и сопредельные, ну, как сказать, земли, сказать. Сейчас что-нибудь не то скажешь. Вот. Ну, короче говоря, везде, где говорят по-русски, я выступаю, и поэтому в каждом конкретном получается не очень часто. Но, конечно, Красноярск не так далеко. Наверное, в течение нескольких лет я еще тут буду. Даже если я скажу так, в течение нескольких лет я точно здесь еще буду. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Да, можно я быстро помою ручки?